Сейчас, ребята, у нас есть Miyagi and Panda Tantra. И, кстати, кто будет говорить в комментарии, о, почему вы всегда поставите Miyagi and Panda? Ребята, пожалуйста. Они только что выпустили альбом. Ты тоже знаете, что мы 3 или 4 или 5, да, вообще не поставили and Panda, ничего, как один. Да, уже 5 или 6. И скриптони тоже не были давно. Ну, нормально, ребята. Пожалуйста, пожалуйста, take your bad belly out of here, man. Тантра. Успокойся, братан, это не как мы слышали, это не. Подожди. То, что ново. Я помогаю. Сауа! Не слабо. Это сразу на мой пенис. Без вопросов вообще. Тантра. Let's go. My fucking patience is running out. Legacy, man, you're setting a legacy. It's here to placard. No, yes, you are placard. It's a booty card, it's a cure, it is true. Yeah, yeah, yeah. No, fuck it. Yes, it's a piece, man. I understand. Это мой любимый трек. Малана, Тантра, Сио. Сио, 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 я очень плакал. Ай, и знаешь, сколько у тебя есть голова, а? Он вот такая, моя голова, так, куй, наверху, куй, куй. Если это мутик, вот ты видишь, вот он, куй, куй, куй. Балов, балов, сколько мы даем, балов, дай! Ребята, это вот, надо, надо! Ла-ла-ла-ла-ла-ла, бига, 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 бига! My fucking patience is running out. Rock. My inspiration, my experience, my legacy. Mwah, Miyagi, take a mwah. My fucking patience is running out. Нет, ребята, если вы понимаете, когда... Нет, серьезно. Это не... Подожди, до конца я говорю. Блин, вы не понимаете, как это трогает меня вообще. Ай! Я еще говорю, что это есть такой штуки, да, на моей голове. Ой, это музыка. Если это музыка, ой, ой. Нет, когда честно, когда я слушаю о Джимми, да, нет, о Джимми, короче, нет, Miyagi, давай, Miyagi, я не падаю, честно, да, мы знаем, что да, для вас это охуительный
retrograde, не сильный и так далее. Но честно, когда я слушаю песни, да, я иногда чувствую такой вайб. Сегодня вот я не буду слушать до конца, ну внутри. Mm-hmm. Ну вообще я не могу. Я не могу, просто я, когда я слушаю Miyagi голос, просто вот так. Мое сердце вот так. Это как вода холодная ему. Трогай, он успокоится. Так. Это метафора очень смешная. Я не знаю. Ну, короче, честно, я... то, что меня чувствовало в эту песню, я могу относить к этому песню очень сильно, очень... потому что он сказал «My inspiration, my experience, my legacy». То есть, блин, в этом жизни все должен понимать и должен делать, чтобы поставить legacy. Потому что мы все будем умирать, ребята. Не плакай. Пожалуйста. Не буду. Нет. Но серьезно, этот трек для меня это самый любимый уже. От Хаджими, если я так могу сказать. От Хаджими. От Хаджими вообще. Это серьезно, ребят. Я не знаю, почему я так чувствую эту песню вообще. Может быть, это из-за английский? Да, а прикинь, что мы понимаем вообще все, вообще которые все, Miyagi говорит. Но тогда я буду жить там в Облаке, когда я слушаю их песни. Ты будешь там жить, да? Конечно.